Пермский край может решить энергетические проблемы других регионов страны, в частности, полуострова Крым. Пермскими двигателестроителями разработаны современные газотурбинные теплоэлектростанции. Две из них уже успешно работают на Пермском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом шла речь на совещании губернатора края Виктора Басыргина с заместителем министра энергетики Российской Федерации Андреем Черезовым. Объект новый, сегодня мы его будем посещать. В рамках этого посещения у нас есть... Мы хотим, в принципе, посмотреть эту продукцию и уже принимать какое-то решение об использовании ее в конкретных программах. У нас есть варианты, где это можно использовать. Впервые об участии пермских предприятий в строительстве генерирующих мощностей для полуострова Крым было сказано на встрече губернатора Виктора Басыргина с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства инициативу поддержал, ведь энергетический комплекс Пермского края – один из крупнейших и развитых в России. Край благополучный, и я считаю, что готовность Пермского края вот по той информации, которая у меня на данный момент есть, она довольно высокая. Из производимой 33 миллиона киловатт-час в год, который производится, вы потребляете всего 23,5. Остальное вы отдаете на рынок, продаете в другие регионы. План поставок расписан на десятилетия. Так, в 2014-м авиадвигатель выиграл тендер «Газпрома» на поставку 200 газотурбинных установок мощностью от 34 до 40 мегаватт.